Всем привет-привет, доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 19 сентября, 4 часа 55 минут утра. Неделя началась у нас громко. Снова были прилеты по Запорожью. Известно, что прилетело на два объекта. Повреждена инфраструктура города. Жертвы и повреждения все уточняется. Насчитали 8 прилетов. Было очень громко. За ночь удалось поспать совсем мало. Наверное, пару часиков. После прилетов, понимаете, не уснешь. Сердце выскакивает. Сейчас вам немножко видео покажу, моменты прилетов. Вот у нас снова бахи. Машина сигналка сработала. Сирену включили. Ну вот раза три я слышала, бахнула. Не знаю, может больше было. Сейчас у нас 1:46. Вот это бахнуло, господи боже. И шекель испугался маленьким. Япона мама. Фух. Что-то, наверное, совсем рядом. Все хорошо, не бойся. Ой, господи. Ничего себе. Рядом. Где же руки трусятся? Я уже сбилась со счета. Так громко еще не было, да? Полностью в районе свет пропал. Ой, господи, спаси и сохрани. У нас отключали свет, не было. Слава богу, недолго. Уже в 2:07 свет дали. Ну, конечно, света не было, и интернет пропал. Потом все, сейчас все нормально. Свет, газ, вода, связь есть, интернет есть. Вот, машина уже ездит за окном. Все потихонечку работает. Я, ребятки, вчера проморгала свой рабочий день. Вообще, прям расстроилась. Сначала расстроилась, что дали столько выходных, потому что я только 3 дня отработала, и на 2 дня выходных. Это, конечно, существенно по зарплате. Вот думаю, ну да ладно. А вчера звонок. Начальник говорит: «Наташа, ты что, смс-ки не смотришь? Тебе на работу надо было». Я: «Ой, я не увидела смс-ку, которую меня вызывали». Говорит: «Все, говорит, завтра на работу выходи». Потом расстроилась, что не увидела смс-ку эту. Потом думаю: «Блин, напланировала на 2 дня выходных, а получилось 1». Так я вчера бегом-бегом какие-то дела начала подделывать. Ну, знаете, 1 выходной, и сразу очень много дел нужно сделать. Ну, что-то сделала, что-то не сделала. Думаю, ладно, сделаем потом. Так что я собираюсь на работу. Пью свой кофе. Даже не захотела ни маршмеллоу, ничего, настроения нет. Но все будет хорошо, сейчас попьем.
Положила себе побольше сахарка. Сейчас глюкозку подымем с настроением. Все будет хорошо. Мой будильник сработал на подъем. Я уже не могла. Муж говорит, ложись, спи еще, тебе же на работу. Я говорю, да не могу, мне прям сердце стучит, аж зашкаливает. Пока успокоишься, чуть-чуть покемарила, решила вставать. Так вот, полежали. Хочется побыстрее, чтобы это все закончилось. Ладно, ребяточки. Все будет у нас хорошо. Мы верим в светлое будущее, и оно обязательно к нам придет. Обязательно. Настраиваемся на хорошее, набираемся позитива. Предлагаю вам посмотреть мой вчерашний выходной. Приглашаю на завтрак. Кому интересно, оставайтесь, смотрите. Всех вас крепенько обнимаю. Мы встретим с вами обязательно мир. Тихо, тихо, мама, тихо. Все хорошо, иди сюда. Шекель боится. Сейчас записываю видео. Сейчас 5 часов. Слышите? О, Господи, 5 часов 20 минут. Уже третий прилет. Вот четвертый. Как ехать на работу, я вообще не знаю. Господи. Вчера так тихо, спокойно было, ребята. Вчера ночью было тихо, как я говорила, не было воздушных тревог. Было утром воздушная тревога, где-то в 10 утра, начале 11-го. И целый день было тихо, вечером только была вторая воздушная тревога, тоже в начале 11 вечера. Не могу, руки, ноги трусятся прям. Шкелюшка мой, шкелюшка мой. Мусик. Не бойся. Анюнечка. Вот как-то так, ребятки. Ну, и сейчас только сирену дали. 4 баха бахнуло. Включили воздушную тревогу. Смысл в ней только. Аж окна дрожали. Ладненько. Работу никто не отменяет. Всем доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Подняла ни свет, ни заря. 10 часов утра. Почти. Но не 10. У меня в этот день, когда у Натальи выходной, можно хоть отоспаться. У тебя тоже выходной. А так, когда она на работу, я гуляю с Шекелем, хожу. А потом уже сна никакого нету. И занимается домашними делами. Шекель как у Томаша. Поиграй со мною, поиграй со мной. Да, игрушки попритаскивать. Просыпаемся все в игрушках. Бывает точно. Такую с пищалкой, как это, как притащит. А то занесет то курицу, то орла, то мячик с пищалкой. А ты что не знаешь, поворачивайся, а он... Твою ж ты дивизию, одни мины на диване. Ой, на диване, говорю, на кровати. На диван посмотрел. Да. У нас вот такой сегодня вредный завтрак. Такая колбаска копченая. Мы любим чипсы. Вот так, да, тоненько порезать, поджарить. Иногда себе позволяем такое. Хотя там многие пишут, что вот Людмила пишет, что в колбасе там много соли, все. Но иногда хочется, она правильно говорит, оно хоть вредно, но очень-очень вкусно. Поэтому я говорю, что вот иногда позволяем. Врач сказал,
можно, но в меру. Не надо обжираться каждый день вот это с утра до вечера. Поэтому... Мы кушаем с утра, вечером не будем. Он мне тоже говорит, ты даже можешь алкоголь, тебе можно, типа, но в меру. Я говорю, ты, наш человек меры не знает. Причем Артур алкоголь не пьет. Нет, я не употребляю. Вкусненько, да? Кто не пробовал, попробуйте. Ну, кому можно. Так, мало того. Это колбаса не вареная, не копченая, это сыровяленая. И мы ее так любим жарить. Ну, потому что она более чипсами подходит. Хотя мы еще жарили любительскую колбасу варенку. Тоже тоненько нарезаешь, ты жарил. Мне да, у нравится. Нее тоже чипса класс получается. Из-за того, что у нее сальцо, она вообще в идеале получается. Нужно резать тоненько. В Израиле что, хорошо, ты приходишь, и там тебя не спрашивают, сколько вам кусок давать или лица, тебе сразу нарезают слайсами. А если тебе нужно цельным куском, тогда ты должен предупредить. И быстро, и заранее. Да, и если тебе нужно толсто или тонко, ты тоже должен предупредить. У них определенный размер на нарезку есть. И поэтому я... Был один случай такой, девочка молоденькая, новая, пришла в магазин. Я там скупился постоянно, все знают. Я никогда ничего не говорил. В основном. А тут она спрашивает, как вам нарезать? Ну, я, мне нужна колбаса, мы любим... Когда вот делать оливье, я сразу заказываю по сантиметру толщиной. Вот так вот, по сантиметру толщиной. И потом только его режешь на квадратики и все. Я же говорю, мне по сантиметру где-то грамм 700. Она хорошо уходит. Через несколько минут приходит, показывает мне вот такую стопку колбасы. Она вся как листы бумаги. Я говорю, что вы мне нарезали? Ну вы сказали по миллиметру. Я вам сказал по сантиметру. Она мне нарезала по миллиметру 700 грамм. Вот такие вот. Понимаете? Она, ой, а что я теперь мне с этим делать? Но так как я добропорядочный человек, я говорю, ты, ладно, давай я это заберу, но ты мне нарежь еще 700 грамм, только уже по сантиметру. Она такая довольная была, потом, когда я приходил сюда, она вам, вам по сантиметру? Вот это там хорошо, там ты приходишь и заказываешь любой размер, какой тебе нужен. Они тебе нарежут, очень удобно. А у нас мало того, что не нарежут, не дадут попробовать. Да, даже еще пошлют подальше. А там, да, там приходишь, вот лежит колбаса, сыр на витрине, все. Ты увидел колбаса, как это интересно, тебя заинтересовало. Ты же дайте мне кусочек попробовать. Никто тебе слова не скажет. Тебе отрежут, дадут и все. Если тебе надо там набор на солянку там, или на какой-то там на пиццу, что такое прочее, ты приходишь к ним, и говоришь, у вас обрис есть. У них обрис обалденная. Из дорогих колбас? Да. И обрез стоит 25 шекелей за килограмм. Как бы ты берешь обрез за килограмм, там и мясо, и колбасы, и сыровяленые, и копченые, вареные, там все что угодно. И это идет на солянку, на пиццы, на всю, вот, на всю такую вот подноготную, вообще обалденно идет. На мясные салаты, просто великолепно. Сейчас. Иногда бывает там, да, там шкуры попадают. Ставлю, пока хочу шекеля показать, чем он занимается. А что тут шекелюшка кушункает? Лохматунька. Вот видите, какая у него вкусняшка. Это жила говяжья сушеная. Даем ему только натуральные продукты. Вот погрызть. Так вот мы грызем, чтоб скучно не было. Да, шекелюнечка? Ой, как вкусненько. И такие свои лапы медвежухины. Она была побольше размером, и уже долго она держится у него. Вот так вкусненько. Скажи, ребята, всем приятного аппетита. Смотрите, какие у нас когти, видите? Как мишка. Темные. Ой. Шекель гималайский. Не понял, папа, что ты сказал. Что ты сказал? Вот такие когтюшки нас, любимые. Все, скажи всем приятного аппетита, кто кушает с нами. Давай, Тём. Носик, Тём. Ну, ребятки, вам нос тёмнул. И ещё... Вот так. И почеловал язычком. Вот так. Вот так. Ой, ты сладкий. У нас тут посторонние звуки, машинка стирает.
Она все за это переживает. Ей нужна идеальная тишина для съемок, понимаете? Ну, чтобы не отвлекало. Машины, дорогу перекрыть, машины остановить, за окном шумно, сирены подключать. Дождь остановить, солнце убрать, чтобы не засвечивало. И потом это мотор, начали. Да, кролики, это не только ценный мех. Ну и 3-4 килограмма диетического легкоусвояемого сала. Это у меня тоже в начале так было, когда начинала снимать. Сразу только включаешь камеру. Мы включили, да, выключите. Ты сейчас уже подпривыкла, уже моему каналу 1.5 года. Чуть-чуть больше. Уже профи. Как один назвал, уже блогерша. Ай-яй-яй. Блогерша грубо звучит. Блогер. Некоторые говорят блогер. Так что, ребята, все, что хочется, в меру можно. А так, как говорится, умрем и ничего толком не попробуем. Михаилу Дегтяреву большой привет от нас. Михаил, да. Выздоравливайте, поправляйтесь. Ему сделали операцию на клапане, на сердце. Как бы мы знаем, что это такое. Мы за вас очень переживаем, поэтому держим за вас кулачки. Первое время будет сложно. Слушайтесь доктора, все, что надо, исполняйте. Ну-ну-ну-ну-ну. Не нарушайте. А когда пройдет время, посмотрите по своему состоянию, тогда уже для себя решите, надо вам что-то добавить в рацион или не надо. А сейчас главное здоровье. Я когда вышел с реанимации, вот уже меня выписали домой, я начал потихоньку по городу уже ходить, там по знакомым, по друзьям, и встретил там одних, а у нее супруг тоже после стентирования, ему 2 стенда поставили, и он выходит. Мы на кухне были, а он выходит, сигарета в зубах, бокал коньяка. Я говорю, ты, говорю, что ты делаешь? Тебе же только вот операцию сделали, как и мне. Он, а что, говорит, врач сказал, можно. Не знаю, что там за врач. Ну и что еще хочу сказать. Как нам доктор сказал, инфаркт миокарда, они бывают разные, в разном месте сердца. Да, разное место, разной степени. Разной сложности, ну там, да, очень много у факторов. У Артура не в очень хорошем, удобном, доступном месте, поэтому нам ой-ой-ой. И вот сейчас смена погоды очень влияет. Да, Артуру так. Вчера я на улицу не мог толком выйти. Я выхожу на улицу, моментально у меня сердце начинает колбасить, я задыхаюсь, потому что была сильно большая перепад влажности и вот это вот температура воздуха, и я не мог себе, в хату захожу, в квартиру, вот, минут 5 все, я прохожу в себя. На улице я пока, нам до АТБ тут дойти, буквально 3 минуты. За горошком ходил. Да, я вот, пока до него дошел, я думал, я упаду, ну там, пил. В магазин зашел, более-менее нормально, понимаете. Поэтому я говорю, что эта вещь такая не очень серьезная. Вернее, наоборот, очень серьезно. Это, знаете, вот насчет этого, когда он говорит, врач разрешил, тоже анекдот, рубрика «Анекдот в студию». Когда два друга встречаются, один друг говорит, что ты смурной такой, говорит, то вечно ходил веселый, сейчас такой смурной. Да ты знаешь, был у врача, он сказал, что не пить, не курить нельзя, говорит, сильно плохие анализы, там все такое прочее. Да, говорит, это серьезная штука, говорит, ну ты там держись, там. Не балуйся, все такое. Ну, потом через некоторое время встречаются. Этот же опять друг такой веселый, все, ты, что случилось? Ты же был вот понурый, тебе же врач там все запретил. Да ты знаешь, я ему 100 баксов отдал, он все разрешил. Так вот и Миша Дегтярев. Не надо врачу 100 баксов давать. Надо жить правильно. Ну, а на этом, ребятки, мы будем продолжать завтракать. Кто завтракает с нами, всем приятного аппетита. Ну, кто ужинает, кто трапезничает. Всем приятного аппетита, мирного неба, как говорится, душистого хлеба, чистой воды и никакой беды. О, видите, что вспомнила? Да.
Мы в детстве, когда еще маленькая была, всем всегда на открытком, родственникам, кого поздравляли, так писали. А я вам просто пожелаю семейного благополучия, здоровья, удачи. И всем бай-бай. До следующей записи в моем дневничке. Всем пока-пока.